Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня туда, как всегда, мой муж. Так что давайте покажу все, что он купил. Как всегда, все пересчитала, все проверила. Моя подруга, да? Ты все пересчитала, все проверила? Молодец. Итак, вот такая закупка получается моего мужа. Давайте начнем отсюда. Здесь картошка, упаковка. Это, по-моему, 5 килограмм, да? И сахар. Я тут варю, продолжаю еще варить варенье, всякие компоты делаю, поэтому нужен мне еще сахар. Здесь у меня, давайте, мясо. Купил 3 упаковки фарша домашнего. Ну, говорит, что было 1,5 килограмма, потому что как-то я просила его 1,5 килограмма. В общем, взял. Ну, сейчас перчики фарширую, там голубцы делаю и так далее. Котлетки просто уходят. Быстро у меня фарш куриный. Так, здесь вот этот домашний говядина-свинина 329 рублей, а куриный по 169 рублей. Тоже взял 2 упаковки, они, видите, у него помялись, но ничего страшного. Здесь кусочек говядины, тазобедренная часть, вот такая, 598 рублей за килограмм на 317. Ну, 500 грамм, я потушу ее с овощами, что им такое сделаю. Так, дальше свиная лопатка по 246 рублей. Получается почти 2 килограмма на 486. И здесь у меня еще грудка куриная, 2 штучки на кости, косточка на суп у меня уходит, а филе обычно я наггетсы домашние делаю. Еще вот такие наггетсы у меня тоже покупают, тоже любим. Здесь еще из полуфабрикатов пельмешки, вот такие цезарь царские. 2 упаковки разные. И вот такие вареники с картофелем и жареным лучком. Вот такие. Так, дальше колбаски разные всякие купил. Купил вот такую Welcome. Или Велком, как правильно. Вот такая, без соем ГМО. И Дымов. Ну, Дымов конечно, мне кажется, мы часто ее очень берем. Сардельки, вязанка. Мне как-то спрашивают, сосиски, сарделька, вязанки. Вязанка нам нравится. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Мне кажется, это дело вкуса. Но нам нравится, мы часто очень покупаем. Так, здесь у меня, давайте, кофе. Вот такой в этот раз муж взял. На него акция была, поэтому вот такой. Ну, тоже, кстати, вот это Паулик, оно вкусное, кофе. И молоко, мука, молоко. Большая кружка, мука обычно 2 килограмма. И здесь немножко у меня молочки, масло Вкуснотеево. И вот такая сметана пискаревская 15%. Кстати, хорошая сметана. Вообще пискаревский нравится. И творог нам тоже. Мы постоянно его берем. Вот 2 упаковочки. Так, дальше сыр сливочный и сыр сулугуни. Вот такой лентовский. Это у меня муж любит. Я, кстати, вообще не понимаю вот этого козий, там сыр сулугуни. Я не ем его, не понимаю, мне невкусно. Так, здесь еще масло Слобода. Вот такая большая упаковочка. Как раз я, наверное, сделаю, кто смотрит мой влог, я делала курочку по KFC. Вот как раз сделаю. И здесь еще давайте сразу напитки. Вода газированная, муж мой ее любит. Святой источник. И соки яблочный и мультифруктовый. А также снова увидел и взял вот этот лидский квас, который, кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Он действительно очень вкусный. И многие из вас мне тоже оставляют комментарии, говорят, что действительно, Наташа, вкусный, очень квас. Моему мужу очень нравится. И здесь еще он взял вот такую бутылочку вина. Белое полусладкое. Не знаю, что это за такое вино. Ну, должно быть, наверное, вкусное. Вот такое. Что это? Молдова, да? Вот. Должно быть вкусное. Так, дальше здесь хлеб батон солнышко, хлеб столовый, хлеб тостовая лента. Вот это очень вкусный, мы его все время берем. И немножко тут вкусностей всяких накупил. Взял вот такие вот печенья. Правда, они у него, это все помялось у него в пакетах, он так складывает. Я так понимаю, что со вкусом лимона. Тут ничего тут не написано. Да, вот такой слоеный десерт. Лимоньерки с лимоном, да, я так понимаю. Вот такой вот
Россия, Московская область. Не знаю, но выглядит очень аппетитно. Так, еще взял печенье. Я показывала в своем влоге, как я делала торт без выпечки с творогом и с печеньем. Вот как раз-таки две пачки творога, сметана и вот это печенье. Хочу попробовать. Я делала с печеньем Мария. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. И хочу сделать вот с обычным таким печеньем. Попробовать. Ну, еще взял вот такое овсяное классическое печенье. Тоже мы его очень любим. Так, еще здесь из выпечки мои любимейшие, вот они еще даже теплые до сих пор, лепешки узбекские из тандыра. Лента печет прямо сами, они там даже печка вот эта вот стоит, прям вытаскивают из печки и раздают по 29 рублей. Они стоят очень вкусные, девочки, они прямо вот самые вкусные вот эти вот лепешки, мне кажется, что которые делают, да, вот самые настоящие такие, они, наверное, вообще нереально вкусные. Но мне очень нравится. Я прям балдею от них. И у меня теперь ест их тоже вся моя семья. Хотя поначалу не понимали, что я в них нашла. Но они действительно очень вкусные. Так, еще вот такие котлеткам всем макароны. Хороши котлеткам. Вот такие вот вермишелька, это для супчика. И здесь попросила его купить ванилин, у меня дома закончился, и дрожжи. Ну, что-нибудь каким-то булочки мальчишкам своим сделаю. И здесь фрукты, овощи. Здесь у меня арбуз по 16 рублей. Уже 16,99 на 105 рублей, 6 килограмм 200. Видите, уже по 16 рублей. Не знаю, нам всегда попадались, вот сколько мы покупали арбузы, всегда попадались очень вкусные, сладкие. Так что, не знаю, особенно вот тот такой длинный в предыдущей закупке у меня был, он вообще был нереально сладкий, сахарный прямо. Этот тоже попробуем. Так, дальше здесь персики. По 173 рубля на 192 рубля он взял. Здесь еще нектарины на 102 рубля по 129. Виноград. Кстати, вот впервые написано «Нектарины Узбекистан». Обычно, видите, персики просто весовые, да? А здесь вот впервые такое. Лента обычно не пишет, откуда привозят. И виноград кишмиш зеленый на 132 рубля. Дата сбора 2020 год, то есть свеженький такой. Думаю, будет очень вкусно. И здесь еще баклажаны, они уже стали подешевле, 49 рублей. Уже можно начинать из них делать заготовки, потому что дешевле они редко бывают. И перцы ласточка по 44 рубля на 64 рубля. Тоже, наверное, какие-нибудь заготовочки немножко сделаю, заморозки или какой-нибудь салатик, может быть, сделаю. Так что вот такая вот закупка была у моего мужа. Сейчас вам покажу чек. Сумма составила 8195 рублей. Скидка по карте 3020 рублей. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.